Так. А чё? Будем выдвигаться, что ли? Нам ехать 600 километров. Уголь. Погнали, чё? Это опять ручник, как всегда. Подожди, я метку забыл. В другую сторону нам. Подожди. Тормози. А чё плевать, абсолютно весь трафик. Хотя ни разу вроде не ездил в эти рубитые вообще до сих. Короче, на СТОшечке у нас меточка все как положено. Я выдвигаюсь. Ты где там? Я поехали. Давай, давай. Аккуратно, ты бы мог перевернуться, если очень прям поворачивать. Для дрифта эти сразу давай. Давай по городу вот так спокойненько ехать. Не нарушай вообще просто. Выйдем на трассу. Будет разнос. Может, эта тачка тоже. Ну, 40 тоже слишком медленно как-то. Там можно вообще навигатор выключить, когда мы из города выйдем. Так на мигающий надо успеть. На желтый, желтый, желтый. Там на красный проедь. Ничего страшного не случится. Зверь где встал? Где там? Сейчас стоишь. Что-то у меня это. Механика чуть барахлит. Ну а что ты хотел? Ты видел, на какой машине ты едешь? Нет, сейчас мы еще пока... Да ё! Ты дурак, ты где? Задолбал, а? На повороте. Со второй тронется? На второй сотку едет, прикинь. Я вижу. Вот повернем налево, уже будет. Правое плечо вперед. Ты сейчас слушаешь? Да, слушаю. Как будто на своей ванне сам с собой разговариваешь. Оп, пошел. Ты едешь там? Да. Я перевернулся уже. Да я тоже с тобой. Ну, так, ладно, все, дубль 2, первый блин кома. Поехали. Просто не катался на этой машине. Она такая, перевертыш. Вообще, М5 E60, на которых мы ездили до Новгорода, это просто лучшая машина. Да. Просто максимально идеальная машина для всего. Так. Сервис. Монтировать. Все, я готов. Да, я понимаю, на четвертый тормоз. Ой, вижу тебя. Я вижу ориентир. О, кстати, сейчас уже вечер. Поеду, я проехал. Алло. Пожалуйста, поедь. Ой, повезло тебе. Это же вечереет такая погодка. Ты что, на поворотник-то врубил с экрана? Да ладно. Ты так резко тормозишь. Давай, быстрее, на мигающий. Нет, пока не знаю. Налево повернем, уже можно исполнить. Ай-яй-яй, ну ты дурында. Я уже исполнил. Я вижу, я тут перестроил кое-как успел. Давай, сзади тебя. А-а-а. Ты тебя врезался, если что? Да? Да. Сильно?
кстати, по дороге остановок не будет. Вроде бы. Так что либо мы в Питере окажемся сразу, либо мы... Тут особо быстро на этих машинах не пойти. Езди, жди, я опять к тебе вцелился. Ты держи дистанцию. Держи дистанцию, если тормозишь резко. Держи дистанцию. У меня ущерб 82. Ни хрена ты. Либо обратно тэпаться. Лучше тэпнись. Я пока тут поеду вперед, ты же меня догонишь. Восемь 85 на круизе. Давай спокойненько, не переворачивайся. Все, я тебя догоню, надеюсь. На этих бусах надо ездить там где-то 90, ну максимум 110 можно разогнаться по магистрали по прямой. На поворотах на ней не войдешь на скорости. Четвертая передача. Передача. Все, поехали. Чтобы проехать. Поехал. Все, пошел. Ладно, придется по городу поисполнять. А желтый. Вытигра. Я тут стою на обочине, жду тебя. А, ну давай. Я повернул. Так вот тут я в прошлый раз перевернулся. Ориентируйся, 630 километров тебе осталось. Мне осталось. Мне 639. Значит, скоро приедешь. Сейчас, погоди. Вижу, ты подъехал, да? Видишь, видишь. А? Видишь, видишь, давай. Ни хрена ты светишь тут. Чисто светят фары с класса 6. Что, мы прям еле раскочили. А, ну я со второй тронулся, понятно. Аварийку выруби. Видишь, как я дальний моргаю? Да вижу я, меня слепит. Кстати, максималка 140. Да, я уже 100, я 180 лечу. Я уже 200 лечу. Хватит сверкать мне там. Ой, сейчас пипец будет.
И она уже не... Она уже неуправляемая. У меня по кнопке стоит, я максимально на нейтра... Встречка, встречка! Думаю, встречка так быстро едет. На встречке едешь. Алла. Уголь, уголь, уголь. Куда? Ничего не было? Нет. О, тут на крыше валяюсь. Че? Смешной. Начал меня резать. Я не резал, я просто не мог впилиться в поворот. Ну, я ехал по правой... О! Где? Не в Володе. Я посмотрю. Ты в Череповцыны? Нет. На полпути. Этот... Чуть продальше проехал. А, я понял. Я понял, где. Я мне ехать до... Мне ехать далеко. Куда? В смысле, далеко, там немножечко совсем. А зеленая, ой, желтая трасса, которую мы видели. Тебе сколько есть? Что есть? Осталось километров. 127. А. Там недалеко, что там, чуть-чуть не приехали, да, тоже. А, мне поспать надо. О, вижу тебя. Молодец. Значит, не слепой. Я вот тут вот торможу. А что ты делаешь? А я тебе в жопу въеду. Дурак. Так, все. Видишь, я включаю сначала зажигание. Видишь? А потом могу двигатель запустить. Я также. Я подчинюсь, потому что такой я кто? Въехал бампер мне. В твою жопу. Можно и так сказать. Да, полетели. Вот депосы тут что-то. Давай я первый лучше поеду. Поддерживаю. Аккуратно. Я тебя уже не вижу в зеркало. Я сейчас чуть не улетел. Я вижу тебя. Дальний ручей выруби. Он и не включен. Вот так раз включил. Пошел раскид. Эту встречу. На пятой. Ты улетаешь в закат. Новый Панамери. Кстати, куда после ехали? На встречке. Там поворот аккуратно. Встречка. На нейтралку вообще заброшился. Где там? Мне бы так водить машину нафиг. И опять мы, кстати, ночью едем, что не странно. Как водить машину? Да, странно. Я тут встречка. Ага, в 12 ночи встречка. Ну, а ты что хотел? Тут аккуратно, трафик. Блин, я уж подумал, это ты спереди меня едешь. Ты
куда улетел там? Багдад. Я 412 ехать. Я 420. Ты там притормози. Я уже 403. Притормози. Я и так еду 110. Не слышали. Печка. Выпусти. Идеально в поворот вошел. Да, по обочине. 321 уровень у меня. Чуть не перевернулся. Аккуратно, трафик. И встречка. Ладно, по обочине пойду. Там где? Еду. Сколько ехать? 363. 352. Ладно, опять тормозну. Скажи, когда меня увидишь? Видишь меня? Нет, еще. Тебе сколько? 334. Сейчас уже подъезжаю, вон вижу тебя, ты там своими габаритами красуешься. Я думал, я на пятой, а я на четвертого отсечку долбился. Долго, интересно, такая дорога будет. Долго. Кстати, рассвет. Время 6. Это еще ночь. Трафик жесткий. Вижу, ты в кого-то там впилился. Нет, я ровно еду. Опять трафик. Депосов обгоняем нафиг. Перед встречкой. Ну что, фура? Еще одна фура. Пятая и на пятой лечу, прикинь. Отсечку, у меня максималку 247 еду. Походу, это конец моей жизни. Ну, я так не думаю, 200... Хотя... На такой машине 200... Тебе сколько ехать осталось? 254. 230. Депосы с мигалками. Окей. Сколько едешь? Я 170. Это ты? Это нет. Сколько ехать? 214. Вот это горка. Вижу тебя. Вот там. Горка. Я увидел. Вижу тебя. Можешь обогнать, если хочешь. Встречка. Спасибо, что предупредил. На обгон уже пошел. Перевернулся. Я тоже. Куда же нас тэпнет? Мне кажется, Витигра! Ну же как-то быстро, может еще какой-нибудь город? Ну вот, сейчас еще поедем. Сейчас еще куда-нибудь поедем. Ну да, Витигры от Вологды гораздо меньше, чем мы от этого Нижнего ехали. Правдусь, пожалуй.
Ты видишь меня, то, что я заправляюсь? Вижу. Я рядом привстал. Мне бы уехать еще. Такая стошечка уютненькая, такая деревня прям. Ну давай тут пока встанем. Кстати, я живел в видеорегистратор. Опять. Может выложишь сейчас? Хочешь прикол, мы не в Вытегре, дружище. Я знаю. А что ты сказал, что мы в Вытегре? Просто меня тэпнуло туда. А, так мы же рядом были, вот докуда мы доехали. Да, мы опять рядом со стружкой были. Давай в Вытегру поехали. Я-то думаю, мы в Вытегре уже. Нет, мы как раз рядом со СТОшкой, прикольно были. Да, и не улетай там далеко. Не моргай, я ни хрена не вижу. Сейчас летние ночи такие, то что 2 часа уже светло. У меня так вообще 5 утра. Чуть не перевернулся я. Такая дорога, блин. Аккуратно! Я куда-то не туда поехал. Я свернул это на обочину. Там проехал, в дерево впилился и выехал. Упс. Молодец. Опять этот столб, как и был тогда. А как было тогда? Ну, там что вроде где-то мы ехали. А, да. Что такое, прям свет такой? Да, у меня тоже 2 ночи время. Я просто не туда смотрю. У меня уровень 3-3-3. Вот это мы кайфово едем, чисто. Притормаживаю. На обгон иду. Осторожно, встречка! Я в встречку впилился. Я нет. У меня ущерб, правда, 33. У меня 47. Ладно, давай поехали дальше. Я думал, все, я приехал. Увижу тебя. Я, пожалуй, от второго лица, от третьего лица поезжу. Встречка. О, много встречек, я по обочине обошел. Меня видишь? Нет. Двигатель заглох. Отой. Тут сколько встречек. Ё-моё. Это что, все из Вытегры типа едут? Очень. Да, из Вытегры все валят. И как из Саратова. Но так и не уезжают, потому что мы едем. А мы наоборот туда едем. Дождать на заправку? Ну, сколько тебе осталось ехать? А, ну, 20 километров, подожди. Все. Ну ты на заправку заезжай. Ну видишь, дорога расширяется. О, дорога кайфовая. Давай на заправку залетай. Ты там завелся?
Чисто две анаконды. Давай, поехали, все, поехали. А я даже постоять не успел. Да ладно, типа ты постоял. Вылетаем сразу на трассу. Шашечка, шашечка, давай, закрой шашечку. Успел. Успел, я за тобой тоже успел. Вот это красиво сейчас было. Самолет вниз летит. Он прям самолет так низко летел. Ну да. Тут это... Встречка. Вижу, успел, закрыл. Есть. Ша. Ё-моё, как это красиво. Вообще капец. Вообще пофигу. Мы въезжаем в город, так что давай уж сбавлять скорость. Давай. 70-160. Аккуратно, ты тоже там не впились. Я вижу все город. Мази. Я на третьей еду. Я тоже. Обгоняю. Добро пожаловать в Итигры. Самолет слышу. Я тоже. Под нами, походу, прилетел. Фура едет. Может, купим здесь квартиру? Давай. Там светофор красный. Это регион 35-й. А Вытигра это ведь... А, да, это же Вологодская область. Же это кайф. Это такая графика делает. Где там? О, автосалон Мерседес. Я починиться. Я в шоке. Самолет. Ой-ой-ой, вот это кайф. Давай там скрины поделай. Ты там видеорегистратор выключил? Нет еще. Окей. Я же еще не остановился. Все, заглушил. Ой, нормально. Такая, сто... Да, ну, прям вообще. Я бэшечка зашла вот эту. Ну да. Нормальный такой вариантик. Погонять. Ну, погонять я бы не сказал. Хотя, в принципе, мы... Погоняли нормально-то. Да, конечно.